Половина нынешних мам не помнит войны. Молоды нынешние мамы. Но нет ни одной семьи в нашей стране, которую так или иначе обошла война стороной. По-человечески понятно воодушевление, с которым откликнулись молодые работницы казанского комбината «Спартак» на призыв ударно работать не только за себя, но и за тех, кто не вернулся с войны. Нынешние мамы. Другое время, иные заботы.